Ты кто такая тварь? Гордон и Барановская устроили разборки в эфире. В эфире шоу «Мужское и женское» пытались разобраться, за что мать Назарова избила своего ребенка, страдающего ДЦП. В студии программы появилась Евгения Филиппова, которая обвинялась в жестоком обращении с малышом. Ведущие передачи не смогли сдержать эмоций. Героиня шоу хотела оправдаться за содеянное и уверяла, что на видео, которое попало в сеть, не она, а отец ребенка. Впрочем, на кадрах отчетливо видно, что удары малышу наносит именно женщина. Также в процессе передачи выяснились и другие интересные детали ее биографии. Как оказалось, у Евгении Филипповой есть условный срок. Несколько лет назад она напала на мужа и ранила его ножом. Плюс ко всему, героиня программы «Мужское и женское» лишена родительских прав на своего старшего ребенка и задолжала по алиментам больше 100 тысяч рублей. Александр Гордон не смог сдержать эмоции. Он отметил, что в студии нет ни одного человека, кто бы не хотел лично придушить Филиппову. «Ты кто такая, тварь? Ты мать?» – возмутился ведущий шоу. Не выдержав накала страстей, героиня попыталась сбежать из съемочного павильона. В этот момент уже Юлия Барановская не стала молчать, закричав вслед нерадивой мамаше «Стоять!». Муж Евгении Филипповой, Виктор Булычев, попытался защитить жену. Он заявил, что органы опеки чересчур контролируют их жизнь. Впрочем, как отметили соседи пары, вероятно, контроль недостаточно хороший, ведь супруги часто выпивают и ведут себя неадекватно.